хоп, ла-лей, изучаем мануальную терапию, теперь стоя. Вот, как, ну, сначала декомпрессия, да, вот всего позвоночника. Главное, чтобы коснулся под ключиц подбородком. Сюда пониже, как можно ниже, руки клади. Ну, обе руки. В замок. Тут замок. А там надо тебе локти соединить, свести. Не напрягайся. Угу. Вот. И дальше предлагаем скрутиться по одному позвонку, вот так вниз, скручивайся, как улитка, да? И если человек неправильно скручивается, нагибается, то распрямите его. И давай сначала вот я пальчиками показываю, так ниже. Не приседай. Ноги-то выпрями. Еще. Примерно до 10-го позвонка идем, да? Теперь именно здесь упираюсь грудной клеткой своей. У нас получается, стой пока так. Прием получается за локти, вот смотрите. Мы давим ему вот туда, вверх. А тут, а со стороны грудному, своей грудной клеткой давим. Получается вот такой толчок. Потом выше поднимаем. И свою грудную клетку выше поднимаем. И вот так давим, да? Вот сейчас, смотрите, ребра идут. Как раз приходит к тому позвонку, куда мы давим своей грудной клеткой. То есть здесь получается сантиметров локоть на 10-15 ниже нашей точки приложения силы. Вот видите, как ребра-то назад идут. Вот тут мы грудной клеткой, а тут через локти давим в ребра. Вот так. Давай, скрутите еще. Обхватили так, чтобы держать можно было. Если человек такой, что не можем его ухватить, тогда берем какую-нибудь тряпочку, например, и через нее вот так вот держишься и раскручиваем его в обратную сторону. Если я уже грудной клеткой переполз выше, еще выше. Теперь это было на флексию вперед, теперь на экстензию назад. Руки под челюсть. Прись, да? Голову свою убираем и как бы вот на себя ее вот так вот поднимаем. Далее, это был грудной отдел. Можно еще грудной отдел отдельно вот так вот обхватить. И теперь перпендикулярно кладу. Своей грудной клеткой, естественно, выше сантиметров на 10-15. Так вот обхватил и... Еще выше. И еще выше. То же самое можно и спереди, в принципе, сделать. Вот так обхватили, руки там висят. Ну, такие приемы легче делать, когда вы выше человека, да, поэтому я одеваю специально, видите, такие тапки медицинские с большим каблуком. Так, потому что дальше надо будет вот сюда прислонять свою грудную клетку. Теперь шейно-грудной переход. Клади руки сюда, убери замок. Замок. Также подбородок касается ключиц. Вперед. Ключиц касается. Проникаем теперь вот здесь. И под его рукой. То есть мы будем рукой своей разводить вот так вот. Чуть ниже, насколько можно. Ниже. Пальцы сейчас пока прижаты к другим пальцам большие. Оп. Все, так немножко его попружинили. Сам ничего не делай. Расслабил пресс. Ноги стоят, но падаешь на меня, как когда ноги провисаешь и... О. Болезненно немножко. На пятый раз, да. Ну да, мы уже просто много раз тянули, вытягивали, поэтому сейчас хруста не жмите, не ждите, но хотя растянули уже хорошо. Теперь руки чуть повыше вот сюда кладешь, это средний отдел. Вот сюда. Вот. Можно взять за запястье и как бы свести локти. Либо попросить ассистента, ну кого-нибудь там, да, чтобы он держал локти, чтобы они не разводились, вот так, чуть-чуть придерживал их. Вот берем и на себя опять опускаем, висишь, ждем, когда он провиснет, и после этого отлакаем. Вот, был где-то здесь, да? Угу. Вдохнули, следующий прием, стой. Сюда же руки кладешь. Ниже. Вот большие пальцы, видите, прижаты к другим пальцам. И кладем, ну, в принципе, это то же самое, что предыдущее. Кладем руки уже вот сюда, да, свои грудные клетки повыше. Потому что нас уже интересует только шея. Прогибаемся вниз и... Фух.
Да, нормально. Фу. Кайф. Продолжаем. Двигаемся уже на верхнюю часть. Это уже Атлант и Аксис. Два позвонка С1, С2. Уже руки кладем на затылок, вот так, снизу. Снизу, снизу. И большие пальцы. Замок. Большие пальцы подгибаем. Также касаемся ключиц. Вот. Я уже кладу руки на затылок, но свои вот так не перекрещивать, свои просто ладошки кладете. Вот здесь подмышками руки, видите, подмышками. Первый вариант. Это на флексию. То есть то же самое. Держи. Ага. Держи руки так же. Ага. Ты их немножко вот так разложи. Вот так вот. Ага. Вот. Теперь на экстензию. Смотри вверх, как бы. Да? Ага. Вот. Мы уже своими локтями его локти разводим. Вот, видите? Вверх попружинили. Тут уже назад не отходим. Попружинили и именно вверх. Вот так, что-то такое. Ага. Опускай руки. Вот. Все хрустим. Ну и если там сколиоз, да, то можно делать не по центру, а чуть сбоку. Например, руку так согнули его. Грудная клетка, я уперся на реберное поперечное сочленение вот здесь. То есть не здесь, а вот здесь. Своя рука под его рукой проходит. Вот мы взяли под локоток. И вот так на грудную клетку жмем. И вверх. Получается вот такое кивательное движение немножко на себя и так вот вверх. И с другой стороны также. Обе руки висят, предупреждаем, что все висит. Ничего делать не надо. Угадывать мои движения не надо. Предсказывать ничего не надо, помогать не надо. Видите, вот такое движение. Давай боком встанем. Кормим себя. Угу. Вот. Ну и чтобы раздвинуть позвонки, ну это только для верхней части. Руки перекрещиваем вот так вот, берем за ручки и наоборот. Ну то есть примерно вот я где-то там четвертый грудной позвонок передвинулся, я передвинулся, видите, и руки чуть выше. Второй грудной позвонок и первый грудной. Угу. Все, далее расслабили руки. Смотри вверх, ага. Раздели плечи. Руки назад. О, вообще эти не сводятся. Вообще должны ладони вот так вот с тыльной стороны касаться сзади. Выдыхай. Поднимаем руки вверх. Вверх. Угу. Держи. А, окей. Руки держи. Хватаем за запястье. Вот где второй тут. Подсели под него. И натянули на себя. Ляжешь? Да. Тяжелый. Тяжелый скользкий стал уже. Извините. Ничего, готов лечь так? Как? На мою спину. Ну, давайте, ладно, попробуем. Давай. Поднимай руки. Ровно вверх. Вверх. Просто вверх. Я не взял. Угу. О, все, отпускай руки. Подставляй ноги. Не подержи, все держу. Угу. Потрясли. Когда опускаем, он... так, в спину. Все, такой толчок ему. Моей спиной в его спину. Фу. Приходи в себя. Вы-то как? Да тоже уже спина. Столько тягать в течение дня людей. Фу. Ну, я отправлю себя сам. Упираемся сюда. Вот повыше. И оп. Вот так вот. На экстензию. Вправляю. Фу. Бодро. Еще где-то жарко. Так, ну а в следующем видеоролике мы уже рассмотрим, как стоя, либо сидя править шею. Об этом в следующий раз. С вами был Олег Гудвин. Вы лучше жмите на колокольчик, чтобы не потеряться. А еще лучше приходите к нам на тренинг. Мы вас всему научим. Намасте.